15 участников стали победителями конкурса «Северное соцветие» в Магадане. Напомним, цель состязания – оригинально украсить свой двор необычными растениями на клумбах и газонах. Всего в соревновании участвовало 28 организаций. Конкурс провели летом этого года в 5-й юбилейный раз. За лучшие работы участников наградили специалисты городского управления по делам молодежи и связям с общественностью. Мы к вам первые приехали, потому что вы достойны, как никто, в номинации «Лучший цветник клумба газон на территории, прилегающей к предприятиям и организациям различных организационно-правовых форм, предприятиям малого и среднего бизнеса, за первое место раздается магазин «Чёрный бриллиант». Ура, спасибо, мы старались, очень старались. Одним из победителей стал салон «Черный бриллиант». Директору магазина вручили диплом за первое место и сертификат на сумму 7 000 рублей. По словам специалистов, члены жюри единогласно проголосовали за то, чтобы именно «Черный бриллиант» стал победителем в своей номинации. Для нас, конечно, очень большая награда. Нам это льстит, когда рядом с магазином стоят 2,5-метровые пышные белорозовые колонны «Зловатер», которые растут в Магадане, но не растут в средней полосе России. И такой конкурс, как нельзя более кстати, формирует такое правильное деятельное отношение и предпринимателей, наверное, и всех колымчан. Специалисты городского управления по делам молодежи и связям с общественностью наградили еще одного победителя – детский сад комбинированного вида номер 3. Они показали подведение итогов конкурса «Северное соцветие» в видеоформате заведующей дошкольного учреждения, поздравили победителя призами и теплыми словами. Гран-при у вас! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо большое! Спасибо! Это как юбилейный получается! Да, все, на юбилейном конкурсе победил гран-при. Это вообще высшая награда. Держите это для вас. Спасибо большое! Специально для всех победителей мы сделали церемонию награждения в формате онлайн. Всем выслали на индивидуальное электронное устройство. Приезжаем лично к каждому, чтобы выразить свою благодарность, свое восхищение их трудами. Следует отметить, что подготовка к конкурсу «Северное соцветие» требует большого труда для участников. Высадить цветы – это не значит в один день облагородить свой участок. Специалисты отмечают, что магаданцы готовились к этому состязанию с начала года. Сначала высаживали семена, затем продумывали цветочную композицию и в конце уже воплощали свою идею особенного декора участка. Такой труд нельзя оставлять без внимания, отметили организаторы конкурса.